О чем он вообще говорит? Какой еще черный блокнот? Да он тебе просто зубы заговаривал, Дейл, пока снайпер целился. Господи, я реально чуть не обосрался там. Да уж, была причина. Я видел Зои. Но теперь забудь об этом. Сидит в полицейской машине, иначе нам хана. Стеклу. Ага. Как брошенный щенок. Да. С ней все будет в порядке? За ней приглядывают? Я бы копам не доверил приглядывать за кастрюлей. Ничего, она молодец. Я здесь 10 лет проработал, 3 владельцев сменил. И самое страшное событие за это время – в туалет змея заползла. Успокойся, передохни минуту. Эй! Ты что тут делаешь? Отстань от него. Он мне только что жизнь спас. Ну, помог нам разок. Это не значит, что и потом поможет. Я же не предлагаю сдаваться. Но что делать? Вертолета не будет. Этот козел Ромеро нас пристрелит, не поморщившись. Я уже не знаю. Не надо в меня этим тыкать. Мэм, здесь полиция работает. Шериф, так ее арестовать? Шэрон? Шэрон, ты чего вообще? Ты куда собралась-то? Это мама. Данте, ну ты что? Там же мои дети. Ты в курсе, что они мой дом грабанули? Хочешь, чтобы они вышли? Тогда пусти меня к ним. Внимание, не стрелять. У нас тут новый поворот. Извините, уважаемый. Шериф? Шэрон, ну смотри, не подведи меня. Чтоб я сдох. Давайте, открывайте, пока он не передумал. Мама, ты что здесь делаешь? Я сам разберусь. Да уж где там? Привет, мам. Привет, мам. Привет, зайчики. Пол. Шэрон, надеюсь, хоть ты сейчас образумишь своих пацанов. Она тебе кто, подружка? Долго рассказывать. Ну что, рассказывай, как все до такого докатилось. Ромеро позвал на улицу, типа, о вертолете перетереть. Ну и там был снайпер. Господи, убила бы этого жулика. Хочешь что-то сказать? Нет. Договори уж. Как мои сыновья с вами тут обращаются? Ты сейчас серьезно? Как с нами обращались? Как зовут? Винс. Глава семьи. От него одни проблемы. Очень борзый. Он спас твоего брата! Семейный, значит. Понимаю. Ты, конечно, думаешь, что мои сыновья чудовища, но они так поступили от безысходности. Им тоже страшно. И тебе страшно, и мне. Давай договоримся. Ты поможешь спасти мою семью, а я твою.
Что скажешь? Ладно. Хорошо. Тайлер, надо поговорить. Тупица Данте решил, что я ему помогу. Дейл, Джей, не бойтесь. Я вас отсюда вытащу. Так, что здесь вообще происходит? Данте пока считает, что я тут, чтобы вправить вам мозги. Но скоро и до него дойдет. Винс, это очень опасно. По плану, мам. Если они увидят, или если он потребует рискнуть... Мы хотели залечь на дно, пока Ромеро не надоест за нами гоняться. А теперь сидим в этой дыре в окружении копов. А запасной план какой? Я по ходу дела импровизирую. Там ты там что-то про вертолет говорил, кажется. Если есть предложение... Ну, и зачем ты меня послушал, попросил, что надо ехать по шоссе 66? Были бы сейчас в Юте, там одни мормоны. Что теперь будет, Зои? После всего, что она сегодня видела. Что бы ни случилось, мы всегда будем с ней рядом и поможем. Очень надеюсь. Данте, это Шерон. Да послушай ты, забудь про вертолет. Это они глупо придумали. Нам нужен школьный автобус. Чтобы и мы влезли, и заложники. Мы их что, с собой забираем? Так безопасней. Ну, сказала и сказала. Тебя вообще развести несложно. Так, стоп. Уже утром сюда нагрянет полиция штата, а может даже ФБР. Мы оба прекрасно знаем, что их ты здесь хочешь видеть меньше всего на свете. Я-то переживу. Будет автобус, звони. Чего вам надо? Да мне бы, это, в туалет. Ты ведь, наверное, должен меня сопровождать? Идите. Джей, это сокращенно. А полностью как? Джон, Джереми? Никак. Это мое имя. Идите, я здесь постою. А что это за книга? Можно посмотреть? Это? А вам зачем? Ну, я просто птичек люблю. Особенно, ну, тропических. Например, райских колибри. Райских колибри не бывает, если что. А давай я тебе покажу. Ха. Здесь тайник какой-то. Откуда она у тебя? Я ее взял у шерифа. Думал, что... Там точно что-то было. Может, где-то выронил? Не знаю. Разве что в фургоне. Надо сказать Тайлеру. Нет, стой. Не советую. Почему? Он скажет, что это ты во всем виноват. Шериф очень зол, ты же видел. Может, это из-за книги? А я-то чем виноват? Это все Тайлер с мамой придумали. Давай пока это будет нашей тайной. Дойдем до фургона, найдем то, что выпало. Другим знать не обязательно. Пожалуйста. Но если дойдем до места, и вы что-то не то сделаете... Даю честное слово. Дойдем до фургона и сразу обратно. Ладно. Спасибо. Ты поступаешь правильно. Это в интересах твоей семьи.
Ну, наконец-то! Охотник вернулся. Пару кроликов поймал. Нашел время. Я пообещал маме, что мы крышу починим, а то ее скоро сдует. Сюда иди. Давай, помогай. Мы почти все доски заменили. Теперь надо новых напилить. Ты справишься? Да, справлюсь. Это сосна. Пилить легко, сломать еще легче. Так что поаккуратнее там. Понял я. Ты когда охотишься, у тебя ствол висит или стоит? Вроде не висит. А что? Значит, стоит? Ну да. Слыхал, Тайлер? У него стоит! Может, под холодный душ? Да ну вас! О-о-о, смотри, обиделся. Вы как всегда. Да мы так, любя. Ты ж знаешь. Эй, нюхнуть хочешь? Не, мне еще разгружать. Не упаду я. Точно? Не отпускай. Держи меня. Ну, ты подумай. Мальчики, я вам не мешаю? Па? Что, старика даже не обнимете? Ну все. Кончилось веселье. Эй, пацаны, надо думать, с крышей вы закончили. Раз сидите и ржете, как девчонки. Да у нас тут все полным ходом. Сам посмотри. Что, ты постарался? Нет, это я. Надо же. Ты у нас, может, и не самый умный, но точно лучше братьев. Еще и проворнее. Если б ты помог, давно бы уже закончили. У меня были дела в городе. Сколько в этот раз проиграл? Давай, Джей. Думаешь, так вырос, что уже и выдрать нельзя? Слышь, отвали от него! Добрый тебе совет, сынок. Не лезь! У меня в детстве как было? Если батя часы с руки снимает, значит, собирается бить от души. Подержи-ка. Ну что, по какому поводу на этот раз сцепились? Да так, зашел их похвалить за хорошую работу.
Не слышала, как ты вернулся. А то что? Красную дорожку бы постелила. Чтобы ты об нее свои грязные ноги вытер. Я задолбалась уже за тобой убирать. Может, мне кто-нибудь расскажет, что у вас тут творится? Джей? Папа сказал, что мы долго с крышей возимся. А потом началось. Да когда же вы все образумитесь? На пятерых я не готовила. Если хочешь жрать, сам что-нибудь сообрази. Спасибо. Аппетит пропал. Джей, кроликов унеси домой, потом разделаю. Мы скоро придем. Я попить пока налью. Привет, парень. Я представитель деловых партнеров твоего отца. Пахнет вкусно. Здесь явно умеют вести хозяйство. Я сейчас закричу, и мои братья придут. Не суетись так сильно, юноша. Давай ты сначала выслушаешь, с чем я к вам пришел. Дай подумать. Для Дейла ты слишком мал. А Тайлер, насколько я понимаю, намного выше. Выходит, ты у нас Джей. Меня сюда прислали с реквизицией. С чем? Твой отец дома? Он был дома, но вы опоздали. Эх, какая жалость. Дело в том, что мои клиенты – люди настойчивые. Меня прислали за первым взносом. Можно? Ну ладно, только пепел на пол не стряхивайте. У меня ведь где-то были спички. Слушай, я человек неконфликтный, но вот мои клиенты... Твой отец проигрался в карты. Если теперь не заплатит с процентами, беда у него будет не только с деньгами. А можно как-нибудь поконкретней? Как бы тебе сказать, после меня к вам в гости придут уже не с сигарами, а с оружием. Стильно. Швейцарские? Часы, я так понимаю, коллекционные? Твои? Нет, они дешевые совсем. А давай мы с тобой договоримся. Отдашь мне часы, а я поговорю с клиентами. Они что-нибудь придумают. Считай, что я сегодня добрый. Ну как, по рукам? Ну вот, не так уж сложно. Вижу, ты единственный приличный человек в семье. Джей, я часы свои забыл. Эй! Я уже говорил твоим, чтобы отвалили. Вон из моего дома. Иди туда, откуда вылез, говна кусок. Ты сам себе выкопал могилу, Холм. И семье твоей тоже. И еще встретимся. Напугал! Еще раз увижу здесь тебя или твоих дружков, живьем закопаю!
И ты дал этому сучьему отродью тебя запугать? В твоем же доме? Да какого хера? Прости. Что прости? Это как понимать? Джей, где мои часы? Я их отдал. Я хотел помочь. Да чтоб тебя! Ты можешь хоть что-нибудь сделать не через жопу? Кто это был? Свидетель Иеговы. Поумнее бы чего придумал. Джей, кто это был? Хотя бы в этот раз помалкивай. Денег требовал. Джей. За карточный долг. Сказал, не заплатим, будут проблемы. Господи, Бер. Сколько? Я сам разберусь. Как? Сбежишь? Я с тобой разговариваю. Сказал, не твоя проблема. Только последствия опять мне разгребать. От тебя же всегда одни проблемы. На кой черт ты нам вообще тут нужен? У нас и так не гроша, а он опять за свое. Все хорошо, мам. Правда. Мне кажется, или машин стало больше? Нет, они просто ездят с места на место. Дешевый трюк из кино. А может, он все наперед продумал? Он в школе в шахматы играл. Готовы? Да. Мне сюда нельзя. Да мне тоже. А где стоит фургон? Сарай. На заднем дворе. Не бойся. Все будет круто. Прожектор не выключает. Еще столько же. Вон он. Спасибо, шериф. Все нормально? Лучше некуда. Ты где сидел? Да везде почти. Гляньте, в салоне, а я в кузове. Вот это шерифу нужно. Здесь только цифры. Департамент энергоснабжения 12 тысяч. Участки под аренду из сайт 8 тысяч. Тут сотни таких строк. Это что, взятки? Эй, ты чего? Да ничего. Просто вляпались мы все по уши. Мы с вами. Шериф, семья моя, вы бы знали, что у нас было за этот месяц. А дальше все только хуже будет. Ты ведь вроде нормальный парень. Просто обстоятельства поганые. Вам-то откуда знать? У тебя есть сердце, ты умный, ты отличаешь добро от зла. Да уж, умный. Посадят меня теперь.
У вас бывало, что хочешь что-то сделать, но боишься, что ты для этого слишком тупой? Конечно. Я раньше работал бортмехаником. Боинги чинил, Сесны и все такое. Но в детстве я не чинить самолеты мечтал. Я хотел быть пилотом. Хотел летать. А больше всего хотел быть летным инструктором. А почему не стали? Да, все как-то завертелось. С возрастом приоритеты поменялись. Но теперь понимаю, что стоило хотя бы попытаться. А я всегда мечтал быть лесником. Хотел в парк этот поехать. Как его? Там еще гейзер. Йеллоустоун. Да, точно. Хотел посмотреть, как вода столбом поднимается. Круто, наверное. Знаешь что? Вот выберемся отсюда и оба постараемся как-то пересмотреть подход к жизни. Надо возвращаться. А вы женаты? Был. На матери Винса. Я тоже был. Она ушла, сказала, я алкаш. Ну так ведь и есть. Стоп, точно. В баре Шерон. Вот где я вас видел, папаша. Лет это 15-20 назад. Вы сказали, вы разъездной агент. Короче, говорю тебе, оставь эту тему. Ты что тут делаешь? А, ничего. Я просто... Мам! Вот, посмотри-ка. Он на связи с шерифом. Винсент, дай сюда блокнот. Если я не отдам ему то, что он ищет... Ничего себе! Что это? Шерифа же назначают через выборы. Может, он взятки теперь выплачивает? Как раз имена и рядом суммы. Дает взятки, берет взятки. А может, тут что и похуже. Он же гнилой насквозь. И додумался же все записывать. Дайте мне шерифа к телефону. Я в курсе. Я сама здесь. Данте, это Шерон. Твой крысёныш только что спалился. Твой грязный блокнотик у меня. И я начну слать факсы на 10-й канал, если через полчаса здесь не будет автобуса. ФБР тут скоро будет? В течение часа. Ладно, Шерон. Будь по-твоему. Босс, вы уверены? Можно еще выждать. Гоните автобус. Зря ты пришла. Здесь опасно. Копы разбираться не станут. Сразу начнут палить. Ты как, нечего? Не говори, лучше. Мы все решили рискнуть и разгребать будем вместе. Боюсь. И я. Недолго осталось. А если с нами что-то случится? Ну, сядем мы в автобус, а дальше что? Что-что, за границу двинем, лишь бы только бензина в бак. Они нас не тронут, им это не нужно. Ура, надо просто перетерпеть. Ты прав. Все будет хорошо. Я хорошо подумал насчет договора с моей бывшей работой. Ну, про компенсацию и запрет на разглашение. И? Если выберемся живыми, я знаю, что сделаю. Не буду я ничего подписывать. Пойду в суд и отсужу у этих гадов в 10 раз больше. Правда? Винс, это прекрасно. Ты не злишься? Погоди, ты же хотела, чтобы я все забыл и жил дальше. Вот именно. Я этого хотела, не ты. И вообще, для меня главное, что ты снова готов бороться. Если выиграю суд,
Все-таки пойду на курсы пилотирования. В смысле, мы что, из страны уедем? А просто домой никак? Винс. Какой домой? Я... Об этом давно уже речи много никакой думала. Нет. И... Домой мы не мне вернемся, Джей, прости. Очень важно тебе кое о чем спросить. Спрашивай. Вот тогда вечером, когда мне пришло то сообщение, и я сказала, что это ерунда, ты мне сразу поверил. Почему? Ты сказала, что ничего не было, и я поверил. Хочешь сказать, зря? Конечно, не зря. Просто для тебя, правда, все так легко. Слушай, у нас полно настоящих проблем. Зачем лишнее выдумывать? Ты хороший человек. Ты ведь это знаешь? Мне что-то такое говорили. Здрасте. А Джессика дома? Это Дейл. Холт. Нет. Которого на краже поймали. Да, да, тот самый. Слушай, ты же еще работаешь в том винном магазине? Там у вас рядом бар есть. Ну, этот, с бильярдом. Я тут подумал, не хочешь как-нибудь со мной сходить туда? Договорились. Буду ждать. Все, подъем! Все слушайте. Этот автобус наш единственный шанс отсюда выбраться. Заложники сядут у окон, мы в проходе. Думаешь, получится? Врать не буду, не уверена. Но я знаю, на что способна наша семья. Как-то он тяжеловато едет. А? С дороги! Автобус открыт. Повторяю, автобус открыт. Уничтожите их! Джей! Давай! Джей! Джей! Джей, подъем. А? Папа, что с тобой? Одевайся, повезешь меня в больницу. Пошли. Не волнуйся, пап, быстро доедем. Я понимаю, почему ты рассказал все матери. Но она теперь злится и переживает. Я хотел поступить правильно. Понимаю, сын. Но иногда, чтобы поступить правильно, надо поступить неправильно. Подрастешь, узнаешь. Раньше она думала, что сможет меня исправить. Она хотела себе мужа, который бы ее любил. Никому не охота жить одиноко, уж тем более твоей маме. И вот когда такая женщина желает тебе сдохнуть, ну, начинаешь думать, что она права. Может, я и правда семье не нужен. Даже я знаю, когда пора завязывать с играми. Прекращай. Я пытался,
Но стоит один раз выиграть, и потом уже не спрыгнешь. Здесь поверни. Больница в другой стороне. Мы не в больницу едем. А? Поворачивай. Пап, а что у тебя... Что у тебя случилось с плечом? Ты славный парень. У отца, конечно, не должно быть любимчиков. Но Тайлер весь в мамашу пошел. Дейл весь в меня. А ты... Ты не такой. С тобой можно поговорить, сынок. Тебе можно верить. Зачем мы здесь встали? Помоги вытащить брезент. Тяжелый. Пап, а что внутри? Взялся? Тащи. Тащи давай. Ну. Он мертвый? Джей, слушай внимательно. Он батины часы унес. Я хотел обратно их забрать. А он, сука, уперся рогом. Он на меня набросился, а я слишком сильно ударил в ответ. Он упал и ударился головой. Я не хотел его убивать. Случайно вышло. Он сам нарвался. Ты... Не виноват. Именно. Мне батя всегда говорил: ляжешь спать с собаками, проснешься с блохами. Он сказал, нам дадут отсрочку, если я отдам часы. И проценты потребуют. Они как акулы. Только почуют запах крови, живьем сожрут. Только зря я ему часы отдал. Это не просто часы, сынок. Я ж говорил, они мне от бати достались. А когда-нибудь перейдут к тебе. Посмотри, они у него... Нет, пап, я не могу... Ну, это же ты их отдал. Вот ты теперь и забирай. Давай. Нашел. Хорошо. Пап, что нам теперь делать? Он мертв. Тут можно сделать лишь одно. Копай. Пожалуйста, не заставляй меня. Джей, послушай, его здесь не найдут. Если не закопаем, то его клиенты... Сынок, я же не ради себя. О матери подумай, о братьях. Я ведь тебе одному доверяю. Бери лопату. Господи. Я тебе сейчас секрет расскажу. Я когда мелкий был, у нас жил молодой жеребец, красавец такой. Я только на нем и ездил. И как-то летом он меня сбросил. Взбрыкнул, начал кататься. Повезло, что не убил. А на завтра батя мне дал ружье. Сказал, мол, если лошадь взбесилась, остается только ее убить. Помню, как он дышал на меня перегаром. Держал коня и велел
стрелять на счет три. Я нажал на спуск и... Вроде хватит. Я его много лет потом ненавидел. А теперь понимаю. Иначе было никак. Это же... Ты ведь совсем маленький был. Ты за руки берешь, я за ноги. Бросаем в могилу. Ну все, закапываем, пока не расцвело. Иначе было никак. Тебе сейчас нужно. Не буду. По утрам не пью. Так ты же еще не ложился. Все равно. Не хочу. Ну, а я после всего выпью. Ты береги дедовы часы. Понял? Они показывали Холтам время еще с Великой депрессии. Так что цени их. Сын, насчет того, о чем я тебя попросил. Ты это сделал не ради меня, а ради всех нас. Знаю, я бываю с вами жестким. И пусть я хреновый отец, но я много чем пожертвовал, Джей. Я был на войне. Вот к нам пришел этот хрен, и я его убрал. Семья – это жертвы. Даже для старого пьяницы вроде меня. Есть всякие организации, сообщества. Там бы тебе помогли. Такому старому псу не поможешь. Его легче усыпить. Он ведь правду сказал. Те, кто его нанял, потом придут за нами. Только за мной. И ни хрена они не добьются. Иди поспи. Я крышу пойду чинить, а то от вас не дождешься. Шэрон, ты редко бываешь права, но насчет меня не ошиблась. Деньги за страховку покроют долг.
Прости за все. Папа! Папа! Дай мне это сделать. Двадцать семь лет. Да, я знала, что он по краю ходит, но почему не мог рассказать? Вместе бы как-то разобрались. Суицидники долгов не отдают. Об этом они знают? На выплату долга нам дали неделю. После этого заберут дом, фургоны. Все отнимут, а потом... и нас убьют. Вот. Они старинные. Должны дорого стоить. Ты чё, это же подделка. Даром никому не нужны. Отец спрашивал. Знаете, что я думаю? Надо банк ограбить. В принципе, можно бы. Так, тихо. Банк точно грабить не будем. Слишком опасно. Но есть другие варианты. Прикройте меня! Берегись! Сдавайтесь! Вы окружены! Стреляйте! Стреляйте! Полицейский ранен! Стреляем! Я ранен! Ну и что теперь? Сзади прикрывай! Берегись! Нам надо в фургон! Мишель! Джим! Сюда! Винс, ты нам нужен! Подожди! Я сейчас! Сука! Мы и попали! Ты идешь со мной! Да что ты? Размечтался, подонок! За голову и выходите по одному. Вы убийцы! В укрытие! Что с ногой? И где Мишель? Смотри! Винс. Я тебя сейчас вытащу. Только быстрее. Сейчас! Мам, хватит! Все кончено! На счет три. Раз, два. Господи, лишь бы получилось. Мам, что ты делаешь? Импровизируй. А чё? Уходим! Уходим! Быстро! Беги! Все целы? Все нормально. Беги! Расслабляться рано. Тут сейчас все сгорит к чертям! Хоть бы пол спасся! Как выбираться? Через окно! Но...
Ну, давай! Сволочь! Пол! Выбирайтесь отсюда! Сейчас все сгорит! Придется прыгать! Винс, подожди. Если я умру... Все хорошо. Держи за руки. Вот так. Ну все, прыгай. И давай в этот раз без сальто. А то я тебя знаю. Знаешь, как я обожаю твои дурацкие шуточки. Знаешь, как я обожаю твои... Уже лестница загорелась. Надо прыгать. Берегись! Ты там цел? Спускайся! Я найду, где выбраться. В конце коридора туалет. Жду тебя внизу. Только бы не застрять. Два ноль восемь четыре. Прием. Мы несем потери. Остатки пост. Нам нужно подкрепление. Идем к вам. Конец связи. Просто кошмар. Зевс! Эй! Видел Шарон Холт? Блокнот у нее? Ты протаранил нас автобусом из-за какого-то своего дневника? Нет, Винс. Я просто поменял ход нашей беседы. Откуда мне было знать, что они решат всех тут поджарить? Я выполнял твои приказы у них за спиной, рисковал. И вот что получил взамен? Все не так просто. Шериф, это Коберн. Вы еще на заднем дворе? Вам нужна помощь? Погоди минутку, Коберн. Спасибо, что пытался помочь. Я ведь в этом городе главный. Даже мои ближайшие помощники не задают мне лишних вопросов. Этот блокнот может много кого похоронить, в том числе меня. Считай, что мы с тобой в расчете. Мы просто хотели залечь на дно. Теперь я потерял брата. А я здесь при чем? Ты у нас кто, Брюс Уиллис? А? Грозный борец с плохими парнями? Вот только на деле ты жирный, стареющий лузер, которому лучше б молчать и не лезть, куда не просят. Thank you.
отпусти его. Все кончено. Вы не поняли? Хватит уже. Да ни хера. Джей, стреляй уже. Давай. И чего ты тупишь? Он меня убить хотел. Я же твой брат. Брат твой. Если выстрелишь, станешь убийцей. Ты разве этого хочешь? Семья — это жертва. Нет, хватит с меня жертв. Ты просто позорище, Джей. В семье не без урода. Не выдумал. Он просто добрый. Джей, отдай пистолет. Нет, отпусти! Зои, я же тебя отсюда увел. Ты должна была сидеть в машине. Тетя полицейская ушла, а я хотела к тебе и под воротами пролезла. Надо отстрелить замок и завести фургон. Ей всего 6 лет. Она уже достаточно натерпелась. Мои сыновья тоже натерпелись. И я вместе с ними. Прости, Винс, без нее никак. Пожалуйста, не хочу никуда ехать. Стойте, нужен заложник. Возьмите меня. Да сейчас. Тебе никакой веры нет. Мам, нам пора. Стойте! Слушайте, я не юрист, но в Аризоне ведь смертную казнь не отменяли. Если заберете Зои и с ней что-то случится, присяжные вас жалеть не станут. А если возьмете меня, если я сам пойду, может быть, меня в сообщники запишут? Вообще он прав. Ладно, поехали уже. Ну, беги. Папа! О, Господи, Зои! Ладно, едешь с нами. Не надо идти, тыковка. Не уходи, пожалуйста. Ты приглядывай за мамой, хорошо? Хорошо. И еще. Вдруг я не вернусь. Если твоих близких будут обижать, ты их защищай, ладно? Пошли! Возьми. Это чтобы видеть в темноте. Я люблю тебя, Зои. Я тебя люблю. До луны и обратно. Скажите, что это подкрепление. Лоуренс Брэдли, ФБР. Господи, ну и кошмар. Шерифа нашли без сознания. Все наши пострадали при взрыве. 4 погибло. У остальных страшные ожоги. А преступники скрылись. Нам здесь нужен вертолет. Вот и все. Главное, до железной дороги доехать. Да уж, видел бы нас теперь Биар. Не надо о нем. Это все из-за него, из-за этого тупицы. Он не тупица. Он пытался поступить правильно.
ней все будет хорошо. Знаю. Джей, следи за дорогой. Я ищу место на грани темноты, где нет ни мыслей, ни воспоминаний. Вы слышите? Черт! Гони! Мам, что делать? Оторвемся! Жми на газ! Ты что делаешь? Глушите мотор! Не выходите из машины! Это не решение, лишь отсрочка. Несколько секунд покоя, и инстинкты берут верх. На самом деле, я еще слишком много всего помню. В том числе то, что было потом, после мотеля. Я теперь плохо сплю. С этим проблемы. Завтра опять в бассейн.